Нашла. Она в каком-то железном ящике, как спит, руки сложены на груди. Она не может рассинхронизироваться со своим биороботом. А где находится этот ящик? В ее тонком теле? Да. Хорошо, помогаем моей энергии. Сейчас Агнессе рассинхронизироваться. Один, два, три. И тонкая копия выходит из биоробота. Получилось, да, ее биоробота каких-нибудь витаминных энергий, восстанавливающих. Хорошо, открывай витаминный канал, канал с витаминами над ее биороботом. Один, два, три. И витаминовый поток пошел в ее биоробот. Наполняет ее. Защищаем физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Агнессу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с ее тонкой копией поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Агнессу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Но она плачет, она кричит, она стучит в этом железном ящике, но ее не слышит. Хорошо, сейчас все решим. Сканер, просканируй сейчас этот железный ящик, разрежь его, отключи полностью от тонких тел Агнессы. Выведи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, подключенные к этому ящику. Подсвечивай их, они пульсируют красным цветом. Сканер все это выключает, выводит. И как все это выходит, отправляем вместе с ящиком в клетку-тюрьму. Знаешь, ей больно отключать этот ящик. Он с ней синхронизирован, как вплетен в ее тонкие тела. Сканер, рассинхронизируй этот ящик с тонкими телами. Он вывел этот ящик, и она воздух хватает, как будто из воды из какой-то вышла. Как будто дышать не могла. Ящик в клетке? Нет, он вышел, рядом стоит. Отправляю в клетку-тюрьму. Если вы меня слышите, видите? Сейчас она дышит. Она слышит. Вы даете нам свое согласие на работу, на диагностику его и чистку вашего биополя. Она так палец вперед выставила, чтобы ее подождали, и кивает, дает. Сейчас все разберемся, ответственных найдем. Вы понятия не имеете, откуда этот ящик в вашем биополе, Агнессе? Но она плачет и нет, мотает головой. Что хорошо, все, успокойтесь, все нормально, вы уже здесь. Все остальное мы сделаем, через некоторое время все разрешится. Итак, начинаем работать. Даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Агнессы под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких тел Агнессы находит все. Выстраивает ящика прямые каналы к ответственным. 1, 2, 3. И притягивает всех их в клетку-тюрьму. Становятся моими заложниками. Здесь ящер гуманоид. Вот так вот. Демон. Какой? Подожди, демон. Еще кто-то. Давай. Инкуб. Инкуб. Все. Итак, у нас инкуб. Какой он демон? Посмотри. 12. Откуда гуманоид? Руками разводит, не может понять, где он, почему он здесь. Оборачивается вокруг себя. Ну, посмотри пока. Верни назад. Я тебя могу только вернуть в одно место. Или в галактическое ядро, или еще вот в какое-нибудь другое место. Итак, паразит, откуда ты? Второй раз я спрашиваю. Всего 3 раза спрашиваю. После этого я достаю живую плазму и применяю ее на тебе и на ящере. Я здесь по праву. Ты здесь мама не по праву. На свою душу отдала. Вот как. Ты хочешь сказать, у тебя есть контракт с ней? Зачем мне эта бумажка? Это вы все бумажками решаете. А для меня нет никакого основания тебе верить. То, что она дала свое согласие. Я сейчас у нее спрошу. Итак, Агнесса, гуманоид утверждает, что вы отдали ему права на свои тонкие тела, на свою душу. Это правда? Она говорит, я не знаю, кто он такой. Итак, гуманоид, третья, последняя попытка. Откуда ты, гуманоид? Ута. На Уте делает экспериментальные творение, там база. Я встречался неоднократно с представителями Уты. Сколько ты с ящером находишься в этом биополе? Ящер жрет ее энергии. Считай цифру ящера над головой. 345. Итак, сколько ящер с гуманоидом находится в этом биополе? 8. Цифра, это 8 лет. 8 лет. Сканер, дай мне полноту души Агнессы на настоящий момент. 64. 64%. Итак, ящер, где находятся остальные 36% ее души? Он смотрит на тебя и вычисляет, как можно договориться и никак. Обменять. Никак. Я у тебя все сегодня заберу полностью. Ты будешь арестован. У меня есть две копии, и у нее есть еще есть
как пробирки. Понятно. 8 лет. Гуманоид работает на ящера? Гуманоид, да, он находит, поддерживает, отщепляет и продает. Я спрашиваю ящера, есть контракт на пребывание в этом биополе? Есть согласие? Чье? Агнессы. В чем биополе вы находитесь? Или это банальный захват? У ящера никакого контракта нет. Он вообще не понимает, почему он здесь. Он не находится в ее биополе. Он имеет 2 ее копии и часть души. Вот поэтому ты и притянулся. Значит, гуманоид продал эти частицы души ящеру, правильно? Обменял? Да. Хорошо, идем с дальше. С ее согласия. С ее согласия. Вот это мне момент интересный. Это согласие. Она говорит, не было никакого согласия. Она даже не знает о твоем существовании. Сегодня будем проверять на контракт. Если что-то есть, это всплывет. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы будете отвечать на другие вопросы. Даю команду тонкой копии Агнессе спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены, низкоабрационные. То, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Чей это железный ящик? Гуманоида, проверь, пожалуйста, ее. У нее еще конструкция есть, чтобы сразу вернуть. Хорошо. Сканер, выведи, пожалуйста, сейчас. Просканируй Агнессе на чистоте гуманоида. Выведи эту конструкцию, отключи ее полностью до последнего чипа, датчика, импланта, конвектора. Все невидимое подсвечивается. Сканер это видит, выводит, отключает и отправляет в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Пока сканер выводит, демон, сколько ты находишься в этом биополе? Еще демон-то сразу 2 года я тут. Да слишком много на тебя жалоб здесь пришло. И о болях в ногах, и страхе, и так далее. Поэтому и спрашиваю. Конструкция вышла, и она похожа на штопор, или такой, как ключ, который идет через все тело вниз, через ноги. Все кружится, и у нее кружится голова, и внизу как да. Спираль идет по это спине, и ноги, и все затрагивает. Оно все вышло. Правильно. Отправляю ее в клетку-тюрьму и выстраиваю к этой конструкции от Агнессы прямой канал. И Агнессы реверсом отдает все негативное, патогенное, низкое аббрационное, что она получила от этой конструкции назад. На счет 3, 1, 2, 3, мощным потоком все пошло назад. Что идет? Там боль и как сверление какое-то. Вот она все это чувствовала. Через все тело ее как сверлил этот штопор. Интересно, гуманоид Уты, а ты проверял на себе свои подключки, этот штопор, этот ящик, эти боли, которые она испытывала, перед тем, как устанавливать это в чужое биополе? Ты знаешь, как оно действует? Какой оно дискомфорт создает? Ее согласие. Как ты получил ее согласие? Меня этот момент сейчас интересует. Вера, давай поставим экран, ставлю экран, посмотри, как он получил это согласие. Пошла информация. Ну, я не знаю, я единственное, что вижу, что она стоит, и у нее как темнота перед ней, и как тупик какой-то, и она просит, чтобы это разрешилось в ее жизни. И вот это он считает контрактом и приглашением в биополе? Он говорит, что я принял ее в свои ряды. Хорошо, я тебя тоже приму сегодня в чьи-то ряды. Ждем окончания реверса, Вера. Посмотри к этой конструкции, что вернулось к этой спирали? Я говорю, боли, вот как сверлящее чувство, все, хорошо. Что у нее в голове. Качание. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Агнесса забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Агнесса себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз и забираю из этого ящика, забираю из конструкции спирали. Частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии, все, что на чистоте Агнессы находится, мощным потоком пошло назад. Усилие потоки в 50 раз. Инкуб, сколько ты находишься в этом биополе? 4 месяца. Ты слишком много доставлял дискомфорта и боли этой души. На каком основании ты это делал? Он показывает, что он ночью ее как в тиски зажимал, обнимал и питался энергией ее. Волны холода от кого шли? Загорается красный свет над клеткой ответственного. Ну, это... спираль, как штопор. Понятно. Голова это тоже была спираль. Руки, сердце. Ответственность за сердце, за боли в сердце. Кто? Давление в сердце. Кто это делал? Над клеткой ответственного загорается маячок. А загорается гуманоид, его конструкция. Хорошо. Проблемы с ушами. Слишком восприимчивый к простудам. Кто ответственный? Загорается маячок.
Здесь горит над ящером, гуманоидом, этой железным ящиком и этой конструкцией. У нее нет сил, у нее ослаблен иммунитет, видимо. Понятно. И последний вопрос. Правая нога онемела. Чье это воздействие? Загорается маячок. Это спираль в этой правой ноге через все голову, понятно. Через все тело. Все понятно. Хорошо. Теперь все понятно. Ждем окончания реверса. Закончился реверс. Итак, начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем с инкуба. Инкуб, выходи, отключайся полностью. Возвращайся назад, докладывай готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он сгорит по каналам. Сканер, пока он вытаскивает, дай мне полноту души на настоящий момент. Агнесса? 78. 78 уже процентов. Хорошо. 14% вернули. Инкуб готов. Демон. Выходи, отключайся полностью. Скажи мне, есть лярвы в биополе, Агнесы? Ну, на тебя посмотрел, так у нее очень много лярв. Ты хочешь их получить? Кивает. Снимай, отключайся, доложи на месте, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Они вот такие, как вокруг ног ленты снимает. Да. Готов. Разрешаю тебе забрать все лярвы, снимай, ничего не забывай, возвращайся назад. Ну, это спина, низ живота, голова. Да. Полная программа. Готово. Сканер, просканируй сейчас Агнесы на чистоте гуманоида, ящера, этого ящика железного. Не осталось ли что-то незамеченным в биополе? Пошел скан. У нее такие подключки, как наушники большие, чтобы она не слышала сильно, как бурит ее этот штопор. Отключаете наушники вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, которые управляли этими наушниками. Они сейчас активируется, ты их видишь. Выводи эти наушники. Кто их поставил? Ответственный. Гуманоид. Ну, ты посмотри, какой ты преступник, гуманоид. Вышли. Отправляю в клетку, тюрьму. Даю команду на рассинхронизацию Агнесы с ящером, гуманоидом, демоном, инкубом и всеми артефактами сущности. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация с этой спиралью, наушниками, ящиком железным. До 100% заканчивается автоматически. Она не может рассинхронизироваться с ними, у нее, видимо, действительно контракт. Останавливаем этот процесс, переходим сразу к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Агнесса должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Я говорю вслух, ее тонкая копия повторяет за мной. Я. А также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Ну, у нее как такая капля большая вышла. Вышла. Договор, что оно, да, большой такой, энергетический. Повторяет за мной. Внутренней власти моего суверенного я, соглашения, контракта и договора по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Она не может их вернуть, она не знает, где она. Их уже нет в этом контракте, ее энергии. Ничего не вернулось, да? Только контракт остался. Контракт остался, ничего не сдвинулось, он как закрыт. В ее сторону он открыт, а дальше он закрыт, потому что эти копии, которые у ящера, они через контракт должны вернуться. Остатки души. Давай тогда остановимся на этом месте. Я обращаюсь к Агнессе. Агнессе, вам на настоящий момент не хватает 22% души. Вы изъявляете свое желание вернуть свои частицы души назад. Я изъявляю свое желание. Выстраиваются силы намерения Агнессы, помогая ей. Прямые каналы к ее частичкам души. 1, 2, 3. И Агнесса забирает по праву все свои частички души, частички ДНК. Весь биоматериал, все родные энергии, которые находятся в другом месте. 1, 2, 3. Мощным потоком пошло назад. До 100% возвращаем все свое по праву. Ну вот эта энергия, как капля, которая контракт, она начинает двигаться, шевелиться. И да. Сверху идет свет, он проходит через эту каплю к ней, возвращается. Она наполняется сейчас. Не хватает ей сил. У нее вернулись энергии и частички души с двух копий. Но там есть пробирка, которая осталась 2%. И она все трясется, но не может выйти. Не хватает. Хорошо. Даю 100% энергии Агнессе на счет 3. 1, 2, 3. Пошли ее родные энергии. Даю 100%. Она дышит. Сейчас дышит. Как будто дышать тяжело даже было. Готово.
Отлично. И еще раз забираем из этого канала, по этому каналу, из этой пробирки частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на ее частоте находится, по праву забираем назад мощным потоком. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Сейчас нормально. Эта пробирка лопнула, и она как будто остальным душам говорит, за мной пришли. А, там и еще летит. И другие есть души, да? Есть другие. О, сегодня все будут освобождены. Или не сегодня, а завтра. И она все вернула, эта капля, она как зажалась в такую массу темную. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты и договора, точно так же, как и отработанные договора, уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Сканер, дай мне полноту души на настоящий момент, Агнесса. 100. Отлично. Идем дальше. Возвращаемся к рассинхронизации, даю команду на рассинхронизацию Агнессе со всеми интерферентами и их артефактами на счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Но она сейчас очень легко рассинхронизируется. Конечно. От нее прям отстают все, как нити разрываются. 36% души украсть. Готово. И помогая моей энергии отстегнуть Агнессе все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Итак, кто из присутствующих присутствует еще в других членах семьи, например, в ребенке? Никто. Кто присутствует в квартире, где живет Агнесса? Там есть энергия вот этого ящика. От ящика энергии остались, да? Понятно, хорошо. Ну, квартиру у нас сегодня нет, по праву. Идем дальше. Первый раз я отпускаю инкуба и демона. Инкуб и демон, вы больше никогда не войдете в это биополе. Вам это понятно? Обоим? Да, понятно. Открывается внизу два портала. Один на чистоте инкуба, один на чистоте демона. Инкуб забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Демон забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. И я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи? Ли, у меня здесь интересные экземпляры. Ящер 345, гуманоид Уты. 8 лет находились в биополе. Ящик железный. Штопор вытащили из нее. Украли 36% души. Из копии мы забрали, но там у ящера находится еще очень много других копий. Все понятно. Убираем. Подключки убирать или заберешь их? Мы заберем штопор и наушники. Ящик уничтожать. Под железным ящиком открываю воронку в галактическое ядро. Все артефакты уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Все забрали. Отлично. Клетка пустая, посмотри. Пустая. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое силе было, оно проявляется. Здесь фантом ящера. Выходит фантом ящера. Открываю воронку в галактическое ядро. Фантом уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Магию применял свою. Готово? Да. Идем дальше. Организируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Агнесса, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Дышу спокойно, могу повернуться. Но боюсь сделать лишнее движение и показать эмоции. Сейчас можно и эмоции показывать, и делать движение. Все, что вам мешало, это был вот этот штопор, который через все ваше тело проходил. Плюс все остальные наушники и подключки. Этот железный ящик. Этого всего нет. Сущность. Что мне делать с энергиями черно-железного ящика? Ну, а где они у вас? У вас и нет железного ящика уже. Я его уничтожил. В квартире. В квартире. Хорошо, открывается сейчас портал прямой в квартиру, где живет Агнесса. 1, 2, 3. Все эти черные энергии, все эти энергии железного ящика собираются в шар. И сила моего намерения притягиваю их в соседнюю клетку. Да, будет так, а так и есть. Готово. Закрываю портал, опечатываю, растворяю. Под этими черными энергиями открывается воронка в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Все, Агнесса, их больше нет.